Привет, друзья! Меня зовут Татьяна, я живу в городе Екатеринбурге и занимаюсь по программам и рекомендациям Егора. С каналом Егора Heavy Metal Gym и его сайтом я познакомилась примерно год назад. Сначала я купила абонемент в фитнес-центр и стала ходить на групповые занятия, как большинство девушек. Далее я задумалась о необходимости занятий в тренажерном зале. Стала изучать информацию в интернете. Буквально вторым роликом про женский тренинг мне вышел ролик Егора, где он подробно рассказывал о упражнениях, о технике выполнения упражнений. Это меня заинтересовало, вызвало у меня доверие. И я стала изучать информацию на его сайте и на его канале. Все мне это стало нравиться. Я стала применять это на практике. И уже прошло 10 месяцев, как я тренируюсь сама в тренажерном зале по рекомендациям Егора. И сейчас я могу приседать и делать становую тягу с весом 37 килограмм. Хотя изначально и бодибар был для меня тяжелым. Также я делаю подтягивания и отжимания от брусьев. И сейчас я вам покажу свою тренировку в тренажерном зале. Каждую свою тренировку я начинаю с выполнения общей разминки. Движение начинаю на эллипсоиде или беговой дорожке. Далее перехожу к выполнению суставной гимнастики, дабы не получить травму. После этого я выполняю экстензию. Различные ее виды чередую от тренировки к тренировке. На одной тренировке выполняю движение без веса 15-20 повторений, 3-5 подходов. На следующей тренировке выполняю движение с весом. Вес удерживаю на вытянутых руках. Так рекомендует Егор. Это позволит выполнять движение с большим весом. На следующей тренировке использую движение скручивания. Это помогает нам тренировать мышцы поясницы в динамике. На следующей тренировке я выполняю движение с гантелями, разведение гантелей в стороны. Это движение является гормоновыбрасывающим наряду с приседаниями и становыми тягами. Его Егор рекомендует выполнять в начале тренировки. Далее я перехожу к выполнению базовых гормоновыбрасывающих упражнений, которые позволят нам провести тренировку с положительным результатом, жиросжиганием или набором массы. Сейчас я выполняю приседания и становую тягу с весом 37 кг. Обязательно перед выполнением упражнения на новую мышечную группу я выполняю специальную разминку. Первый подход выполняю с весом 50% от рабочего. Второй подход с весом 70%. И третий 90%. Далее выполняю 3 рабочих подхода по 8 повторений. Спину удерживаю прямо, с естественным прогибом, лопатки вместе. Движение начинаю с ввода таза назад. Колени не выходят за носки, опускаюсь ниже параллели. Движение положительное, позитивное, быстрое, негативное, медленное, подконтрольное. Далее я чередую упражнения румынская, становая тяга и good morning. В этих упражнениях ноги стоят не широко, чуть согнуты колени, спина прямая, естественный прогиб поясницы, лопатки вместе, движение медленное, подконтрольное, гриф скользит по ногам. Движение с таза, с ввода таза назад, как будто бы мы пытаемся оттолкнуть стену.
хочу отметить особенно статью Егора о мотивации. Считаю ее очень важной, особенно для новичков, которые не знают, с чего начать, как себя замотивировать, как пойти в тренажерный зал и начать тренироваться. В этой статье Егор описывает важность изучения техники, ее освоения и записи себе на подкорку, переведения техники в умение, потом в навык, в привычку и далее в потребность. А потребность не нуждается в мотивации. И вы сами сможете стать мотивацией для себя и окружающих. Также я добавляю в свои тренировки выпады в ходьбе. Движения выполняю подконтрольно. Шаг, присед, подъем, приставление ноги и так далее. Также добавляю упражнения сгибания ног лежа и разведения в тренажере. После данных упражнений перехожу подтягиванием или отжиманием от брусьев. Чередую данные виды движения от тренировки к тренировке. Подтягивание выполняю в гравитроне, так как собственным весом пока мне тяжело. Добавляю также для спины тягу горизонтального блока. Всем рекомендую ознакомиться со статьей Егора «Спина от А до Я». В ней Егор подробно описывает, как выполнять движения для спины, стартовую позицию и технику движения. Я выполняю движения локтями. Представляю, что руки – это жгуты, которые помогают сокращаться широчайшим. Грудь уходит вперед, пытаясь обнять спину локтями. Рукоять идет к низу живота. Отжимания от брусьев я также выполняю в гравитроне, потому что пока с весом выполнять данное движение мне сложно. Также я добавляю отжимания от скамьи, чтобы укрепить трицепсы. Хочу обратить особое внимание на статью Егора «Ступени натурального бодибилдинга». В ней можно получить базовые знания о том, как начать тренироваться, как не бояться, с чего начать и чем продолжить, как добавлять рабочий вес, как переходить с одной ступени на другую, какие необходимо проводить для этого тесты. Егор там описывает, как следить за техникой, необходимость снимать себя со стороны, чтобы отмечать свои ошибки и их корректировать. Я также пользуюсь его советами, обязательно просматриваю себя со стороны. Также я добавляю отжимания. Поначалу движение выполняла с колен. Было тяжело, потом перешла к полным отжиманиям. От тренировки к тренировке я выполняю упражнения на пресс. У Егора есть также хорошее видео и статья, как выполнять упражнения на пресс. Лучшие из упражнений – это скручивание на мяче, на коврике и подъем ног. Всем рекомендую ознакомиться. Так как не рекомендуется закреплять ноги, это может привести к травме. Всем рекомендую пользоваться опытом людей, которые на своей практике опробовали множество различных методик и упражнений. Также можно у Егора получить информацию о кардио. Он не рекомендует его выполнять, классическое особенно, так как это может отодвинуть ваш результат назад. После
упражнений основных я перехожу к заминке. Выполняю гиперэкстензию. У нас нет данного станка, я использую станок для экстензии и использую утяжелители. И таким образом выполняю движение. После тренировки я перехожу к выполнению растяжки. У Егора также есть статья, в которой подробно описывается необходимость растяжки и опасность ее отсутствия. Всем занимающимся необходимо с ней ознакомиться. По завершению заминки я обязательно пью послетренировочный коктейль и банан. Всем спасибо за внимание. От всей души хочу выразить благодарность Егору за его труд, за его открытость, за то, что он передает нам свой бесценный опыт. Все друзья, заходите на его канал и сайт Heavy Metal Gym. Вы получите море полезной информации и сможете заниматься самостоятельно. Всем пока и, как всегда, увидимся в тренажерном зале.